Добрый день, друзья и прекрасные зрители! Я на Тишинке, знаменитом блошином рынке, где можно встретить даже очень известных людей. Я на этом рынке бываю периодически с 2017 года, но, к сожалению моему, уже давно не была. Это один из самых дорогих рынков Москвы, но здесь можно встретить уникальные, можно сказать, музейные экспонаты. И сегодня у меня здесь встреча с моими друзьями. И я хочу воспользоваться моментом и поздравить всех, кто родился 25 января, с Татьяниным. Друзья, это лавка «Антик». Да, сюда можно приходить и восхищаться. Все такое уникальное. И вот такое золото, золотой рисунок. Модерн, я так думаю. И вот это вот, кстати, это чашечка. Не знаю. Ой. А вот еще посмотрите, какая красота. Начинается внизу белое, а переходит в такой густой малиновый. Какое стекло замечательное. А вот смотрите, какая лиса, да, для моей сервировки охота. Но я так думаю, что она здесь дорогая. Вообще здесь замечательно все. Красиво. Смотрите. Ух ты, ух ты. Друзья, смотрите, кого здесь встретила. Здравствуйте, Оленька, дорогая. Здравствуйте, Марина. Как давно мы с вами не виделись уже. Очень давно. Очень давно, да. А что вы нам сегодня интересного можете показать? Да, я, конечно, всегда что-то новенькое привожу. Да. Вот, например, девочек я привезла сегодня таких. Это Каподимонте. Это прямо из моего шкафа. Они тяжеленькие, а это Каподимонте... Это Италия, это винтаж. Они все с маркировочкой, с хорошей, год указан. О-о-о. Это вот 87-й год. Это целая серия. Девочка с котенком. Сейчас я еще две фигурки покажу. А лички такие симпатичные. Очень. Но они тяжеленькие, да. И чем они хороши, они именно такого коллекционного плана. Смотрите, какая это фигурка. Тут девочка играет на фортепиано. Ой. И сидит котеночек с ней вместе рядом. Да. И вот такая еще. А, так их можно собирать, как с котятами. Да, это целая серия. Вот эта девочка, хозяйка котенка. Тут она ест мороженое. У нее, видите, капнуло мороженое на платье. Слизывает котенок, да. Прелесть. С такой расцветки они чудесные. А вот эта вот огромная чашка, это кто? Это английская чашка, это Англия. Масон вот этот. Ну, это керамика, фаянс. Да, это фаянс английский, она большая, тут объем, ну, наверное, грамм 400. Она точно, очень большая, да. Она как суповая даже. Да, покажите блюдечко такое. Блюдечко очень красивое. Очень красивое. Его можно и как тарелочку использовать. Красочный, но он большой. Да, оно и глубокое достаточно. Глубокий, да. Вот. Что вот еще? Это вот чайные тройки. Тройки Англия. Такие английские. Здесь и деколи, и ручная подрисовка. Да. Даже, наверное, роспись по декольному трафарету. Вот да. Она расписана вся, и с этой стороны. Да. Цветочки везде все разные. И внутри есть. Ой, очень прелестная. С птичкой. Смотрите. Ой, какая прелесть. То есть это не такая. И посмотрите еще тарелочку большую. И сколько такая прелесть стоит. Так, такая троечка. Стоит 8,5, но мы уступим. Подписчикам Марии мы всегда уступим. За 7,5 я думаю, что можно будет отдать. Да. Вот их две есть. Они разные, конечно. Ну, вот я теперь, да. Вот. Ага. Все, не знаю.
Красота. И покажу вам сейчас вещь 19 века. Это конец 19 века. Это Франция. С ручной росписью полностью. Вот девушка. Такой вот молочник. И есть сахарница. Небольшой размер, очень нежный фарфор. Живопись такая. Живопись. Такая красивая. Посмотрите, как облака, там фон. Какой фон. Очень милые личики. Да. И сейчас покажу еще сахарницу. Слушайте, потрясающий фон такой. Такой вот комплектик. Да. Такой вот комплектик. И вот сахарницу покажу. Тут молодой человек. Такие а с этой... ручки такие. Очень ажурные, тоненькие. И вот такая вот с этой стороны девушка. Что-то она тут красотка. Придет, похоже. Да, вот они. А вот эти вот голубые. Эти детишки, это немцы. Детки оделись как мама и папа и изображают маму и папу. Это мы с вами башмаки тогда. Да, вот это тоже из серии детки. Оделись. И мне кажется, это мануфактура, насколько я узнала, это Кондрибёме, то есть это Германия. И мне вот так кажется, что это немцы пародируют французов вот таким тонким образом через детей. У меня такая сложилась легенда про них. Тарелочки детские. Детский такой комплект даже, да. То есть есть тарелка глубокая с подогревом, есть тарелка уже под второе, то есть под супчик и под второе блюдо. Прелесть. Вот такая есть шкатулочка у меня очень красивая, это Мейсон. Смотрите, он с такими комариками, мотыльками. Да, сбоку. Да, вот их тут два летит. Примите мне тогда их. Ну это вот, а сейчас покажу, конечно же, клеймо. Вот тут и сбоку они есть, летят. Да. Вижу. Вот это клеймо. Ну слушайте, какая прелесть. Думаю, что можно посмотреть, кто знает клеймо, еще раз проверить какой-то период. А я потом подскажу всех, кто приедет. Это у вас Бакара стоит, да? Это Вальсан Мамбер. Маркированные. Их у нас 11 штучек, но можно купить столько, сколько вам надо. И пару, и 9, и 6. То есть столько, сколько вам необходимо. И 4. А вот это вот, сейчас вам тоже покажу, очень интересные бокалы. Для шампанского. Это старинные шампанки. Угу. Тут хрусталь немножко сероватого такого тона. А видно, ручки такие. Конечно, это ручная работа, резьба. Старинный. Резьба очень красивая. Очень такой красивый мелодичный звон у них. И это конец 19-го, самое, ну, начало 20 века. Угу. Светится в ультрафиолете. Если кто-то знает, что старинная хрусталь и стекло светится в ультрафиолете. Я этого не знала. Обычно с слабым таким зеленым зеленым тоном. Ну, да, еще бывают нюансы. Это интересно. Уже для специалистов. Красота. Вот такие креманочки. Их у нас есть 9 штучек. Угу. Смотрите, какая прелесть. Такой Мария. Это вазочка для цветов, да? Это вазочка для цветов. Но она такая в сельском виде, можно сельские букетики такие. Ее можно поставить просто как декор, как фигурку. Да. Такая сельская, такая курочка, семейка, впереди нее идет ее детишек, цыпляток. Да, да, да. Стиль ар-нуво. Конечно, попозже это уже сделано. Прелестная очень вазочка. Очень это прелесть. Кто? Германия? Это, скорее всего, Германия, да. Прелесть. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, я увидела Ивана Рыбникова, модного модельера, блогера, увлеченного собиранием антиквариата и даже певцом. Я уже давно слежу за развитием его канала. И сейчас попробую у него взять интервью.
друзья, мне так повезло, я встретила Ивана Рыбникова, нашего знаменитого, прекрасного, чудесного Ивана Рыбникова. Так что я, например, очень счастлива. Ну, скажите хотя бы что-нибудь моим зрителям. А я вам хочу сказать, что успейте, пока эта неделя не завершилась. До воскресенья эти девочки, мальчики стоят на Тишинке. Приходите, здесь очень много интересного. Нужно увидеть все воочию. И вы наверняка соблазнитесь, я не сомневаюсь. Но главное, не забудьте денежку положить в кошелек. А еще момент какой. Всегда можно договориться, познакомьтесь с продавцами. Они вам что-то оставят, они вам что-то отложат, они вам на что-то сделают скидку. Поэтому обязательно посещайте такие места. Я, конечно, говорю это тем, кто живут в Москве, либо вдруг по случайности приехали в столицу. Здесь столько красоты, и вы увезете частичку с собой домой, будете это вспоминать и наслаждаться. Спасибо, дорогой. Всего доброго. Иван. Спасибо вам. Да, и вам удачи всегда и во всем. А я хочу вручить еще Ивану, нашему любимому, такие рекламки, чтобы он напоминалочки не забывал. Тут написаны и даты, и названия, и адрес. Но Иван больше на вернисаж ходит. Мы везде его ждем. А мне удобнее, плюс вернисаж, он же каждые выходные. Везде ждем вас. А Тишинка, да, она реже, но она вкуснее реже бывает. И как приятно, что встретились два блогера, самых-самых хороших. Да, Мария, вам тоже всего доброго. Желаю вам успехов и продвижения канала, и новых находок, и хороших людей, и хороших подписчиков. У вас замечательные подписчики, кстати. У меня тоже неплохие. Да, да, да. Но не у вас уже их так много. Сколько у вас уже? Ну, там около 40 тысяч. Вот. Там сейчас немножко подвисло все. Но, видимо, из-за ситуации или из-за чего, не знаю. В общем, ну, не ничего, важно. Все будет прекрасно. Все, кто нужно, уже да, там. Да, да, да. И все вас любят. Вы чувствуете любовь? Конечно, конечно. Это меня вдохновляет и помогает двигаться вперед. Это очень важно. Ну, вам удачи, чтобы мы видели вас. У вас завтра, да, это будет? Завтра мероприятие, завтра пою Мадонну свою. У моей подруги Евгения Рассказова концерт. И я там участвую, да. Все. Что афиши выставлю. Спасибо. Спасибо. Ты уже не будешь пользоваться, оно так нечисто, чтобы стояло. Можно поставить цветы, да, поставить сюда вазу внутрь и поставить в них спокойно цветы. Вот так, да, таким образом делают на встрече. Да. Фантазик. Пока оно одевается, она не одевается. Это у нас... Давно мечтаю вот такое. У вас нет, Мария? А я сама сделала. У меня старая нашла таз ржавый. Вы же декупажом занимаетесь. И я как декупаж все сделала, мне все в розу. И он, и кувшин. Вот такой. Ну это же у меня железо. Я из простого железа. Тазик железный. Вы же умеете все делать сами. Умею, декупаж. Сейчас нету времени. Ну да, да, да. Вам надо развиваться. Пока все идет. Ну, шикарно. Вот у вас там подойдет к вам. А... Ну, для него нужно особенное место. Тут таз очень большой. Ну, у вас же столики есть такие маленькие, есть. Кругленькие. У вас много их. Ну, здесь не маленький нужен. Тут нужно почти, чтобы соответствовал размеру. Ну, не знаю. У вас разве таких нет? Давайте. Нет, есть, есть, но они уже заняты. Подержать. Ага, давайте. Ну, в общем, задуматься надо, задуматься. А Ольга может для вас подождать. Ну, если что, договоримся с Олей, да. Да. Ладно, я в любом случае пробегусь еще. Да, а я сейчас, как, конечно, пойму, узнаю, что какой мне мы можем нужно делать. А, она давайте, вас обожает. Давайте. Мы вас всех обожаем. Да. И когда есть время, конечно же, смотрим. Я всегда смотрю с удовольствием. Не знаю, мне Ивану очень нравится смотреть тем, что он так столько приятного скажет, такой он... И попоет. Нашего, и попоет. Ну, и некоторые вместе со мной там поют. Да, 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 и получат. Сразу, особенно на ночь, это же на ночь там, раз, и ночью, хороший. И ночью спишь вообще. Это Франция, 12 тысяч. С рельефом, с росписью. Это 19 век. Вот эти прекрасные. Тоже Франция, ручная роспись. Только молочник и сахарница. Молочник и сахарница с двух сторон роспись.
Ну, это джангли выглядит. Золото, в принципе, неплохое, сохранности. Есть потертости, но... Мне с потертостями, честно говоря, даже больше нравится. Это уже видно, что это натюрели действительно использовалось. Шебешик. И действительно, что срок есть, время. Да, что это не подделка, не... Ну и роспись, конечно, попробую еще так подделать. Там же в те времена и лица другие писали. Все по-другому было, техника немножко другая. Даже здесь ободочки есть. Они... Очень красиво, очень. Это бисквитные такие, с козликами. Севр? Нет, не севр, но вот такое поставили клеймо, не севр. Такая тоже антуражные. Она весь, наверное, хотя это может быть как, да. Как не постель, как это называется, когда голая. Бисквит? Нет, бисквит, но когда голая, без окраса. А, белье? Белье. Севр, нет. Наверное, делал все ярко. Нет, это точно не севр. Точно не вот севр, говорю, но что сделал он, наверное, очень хорошо. Делал хорошие очень эти козлики. Хорошие у них мордочки. Ой, козлики, прелесть. Прекрасные. Ну, хорошо то, что они парные. Очень антуражные, парные. А вот те вам парочки не нравятся наверху, да? Немножко не мое. Они в другом стиле, наверное, в другом периоде, да? В таком. Вот тарелка нравится. Тарелка 16 тысяч. Франция Лимож. И это рубеж. Но она большая, огромная. Прекрасная у нас нога для лампы, тоже ручная ручка. Это, наверное, уже советская, да? Нет. Германия. До скорой встречи, дорогие друзья. Впереди нас ждет много интересного. Все сильнее.